поручень, ремень. Оборудован также автоматическим поднятием люка. Он есть на передней площадке, соответствующей кнопке. Нажимаешь, люк сзади находится. Оборудован отдельной системой кондиционирования салона. Билетик мне давайте. Каждый скинулся в муниципальную казну. По бортам камеры, две камеры в салоне, камера заднего вида, камера переднего вида и камера на штанге. То, что я не могу отследить в зеркало, хоть салонного вида, хоть бокового, я могу посмотреть через камеру. И опуская штанги, допустим, мне уже не надо выбегать из троллейбуса и смотреть, как у меня опустились, не опустились. То есть я повернула глазки в камеру, посмотрела, убедилась, что у меня все замечательно переключилось и поехала автономным ходом. Две новых единицы, которые мы получили в конце января. Это машины УТТЗ «Горожанин» Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. Это по техническим характеристикам машины практически идентичные тем, которые мы получали в прошлом году. То есть были две «Троллзы», сейчас это два УТТЗ «Горожанин», как я уже сказал. Это так называемые электробусы с динамической зарядкой, а ниже троллейбусы с увеличенным автономным ходом. То есть это низкопольные троллейбусы, которые имеют возможность работать без контактной сети до 30 с небольшим километров. То есть 33-34 километра они могут спокойно проходить без участия контактной сети, то есть опуская рога и спокойно продолжить движение. Ну, как видите, это действительно новые, совершенно удобные, комфортные две машины. Они низкопольные, они оборудованы всем необходимым для того, чтобы обеспечить пассажирам комфорт. И точно так же обеспечить комфорт и для водителей. То есть в машинах есть все необходимое, и там те же самые датчики подсчета пассажиропотока, и USB-розетки для зарядки гаджетов, и специальные средства для маломобильных граждан, для слабослышащих, для слабовидящих пассажиров. В общем, машины, полностью отвечающие современным требованиям в плане комфорта, в плане удобства как для водителя, так и для пассажира. Зарядка происходит в процессе движения, но также у них есть возможность заряжаться там, в течение ночи, например, на месте стоянки, то есть в депо, у них есть специальная розетка. Зарядка происходит в течение движения, ну, то есть за определенный промежуток времени. Если говорить в процентном соотношении, то это порядка 60% движения, да, то есть он должен ехать под контактной сетью, и 40% он может ехать уже без контажки. То есть, ну, например, для того, чтобы проехать 30 километров, нужно порядка там, 50 километров проехать без контажки.